Дед, а ты воевал? Воевал. А ты герой? Все мы героями были. Расскажи про войну. Ну что тут рассказывать? Тяжелое время было. Много людей погибло. В 41-м, когда война началась, все на фронт пошли. Кто в пехоту, кто на флот. А я как раз летное училище закончил. Нас на курсе 30 человек было, а в 45-м трое осталось. Настоящие герои не обладают суперсилой, не носят ярких костюмов, не выбирали такой судьбы. Но они давно живут среди нас.